Знаешь, я себе места не нахожу, ты всем звонят, ты мне не звонишь. Я просто читала, что 30 человек под обстрел попали. Наши миасовские ребята тоже. 35 человек. Ваши, что ли? 35 трехсотых, один двухсотый. Это наши миасовские. Подожди, это вот куда нас хотели откатить, вывести? Да ты чё? Да, а они сами чуть-чуть это виноваты. Они, купились около машины, легли, около Урала, и машину въебали. Вот, а такого нельзя делать. И толпой нельзя это кучковаться. Да вчера же я и еще три человека, с нашей роты, мы поехали, хотели ехать в город, безводный, который здесь у нас, поселок пустой. Вот там есть три человека, 3-4, вот. Короче, мы там ничего не нашли, ни картошку, ничего, потому что там, у кого-то все было, этого мужика не было. Нашли пасечника, мужика, хохла тоже, как охота было его пристрелить всем. А нам сразу же солдаты говорит, вы, внимание, не обращайте, он чистый укроп, нахуй. Что будут говорить, просто мимо ушей пропускайте. Короче, мы все пидасы, оказывается, они все заебательские. Короче, взяли 50 литров вина, Вы чё, нет, не надо, вам опасно пить там. Вот, ты прикинь, все 40 человек, слегли, нахуй, просто, кому-то ебало, кто-то, стреляет, нахуй, ёбаный в рот. Так страшно же. Да пи***ц, что тут вчера творилось, Чпрот есть? Ну, кто выдает нам эту хавку? Ему, прикладом раз 6 приебальнику дали, Да ты чё? Да это хуйня. Здесь позавчера вообще что творилось, А дерево слева от нас находится же, разведосы, разведка. Я ночью скакивал, около 12 вечера, стрельба идет около нас прям. Оказывается, там от разведосов пошли за провизией. И они, смотрят в ночник, и перепутали, хохлами, давай друг друга хуячить, пардон. Да, там эти раненые есть. Потом эта хуйня, они идут к нам. А нас командир, не предупредил, что они идут к нам. Чуть нахуй их не пристрелили,